Приветики всем! Вспомним лето, сделаем прикольную антистресс-канцелярию своими руками. Топперы на ручке и поп-ит или симпл-димпл, до сих пор не могу их отличить. Если знаешь ответ, пиши в комментариях и обязательно исправь меня. Какой антистресс тебе нравится больше? Выбирай, ставь лайк и поехали! Для любого топпера на ручку понадобится небольшое количество фоамирана. И, конечно же, сама ручка. Обкрутим фомом обратный конец любой канцелярии. Склеим оба края вместе. Для этого я использую термоклей. Немного прижмем и получим отличный ободок. На торец также нанесем клей. И на этот раз приклеим небольшой кусочек сверху. Лишнее обрежем и все подровняем. Вот так. Такая антистресс-канцелярия украсит не только ручку, но и карандаш, делая скучные школьные принадлежности веселыми и забавными. На небольшом кусочке фоамирана нарисуем контур авокадо. С помощью специальной линейки или циркуля нарисуем окружность нужного диаметра. В центре кавайной вкусняшки будет поп-ит косточка. Или симпл-димпл, не знаю. Вырезаем первую деталь антистресса по всему периметру, а также ее внутреннюю часть. Все просто супер, ровно и четко. На темном фоамиране нарисуем такую же деталь, только чуть увеличим в размере. Вырежем ее. Дай знать лайком, если нравится самодельная антистресс-канцелярия, сделанная своими руками. Так я пойму и сделаю еще больше разных интересных, необычных школьных принадлежностей. Детальки готовы. Осталось заполнить отверстие у них пупыркой. Ее я тоже сделаю с фома. И еще воспользуюсь небольшой жемчужной бусиной. Нагрею фоамиран плойкой для волос. После размещу его над бусиной и прижму колпачком. Ух ты! Это очень круто! Легко и несложно. Пупырка для поп-ит антистресса тоже готова. Какая она маленькая! Обрежем лишний фоамиран, делая пупырку округлой. Вот так. Пришло время собрать антистресс авокадо. В самую маленькую деталь вклеим пупырку. Хорошенько прижмем и приклеим с обратной стороны деталь побольше. Милота! Ну что, попупырим? Немного неудобно делать это с длинными ногтями. Но антистресс получился красивый. А скоро он будет еще лучше. Перманентными маркерами украсим и сделаем игрушку кавайной. Подрисуем глазки, ротик, реснички и румяна. Вау, какая милашка! Приклеим антистресс поп-ит на топпер ручки, прямо сверху. Очень буду рада, если тебе понравилось видео с антистресс-канцелярией. Смотрите, какие антистрессы я сделала. Авокадо. Амонгас. Милашный мишка. И сладкий ананасик. Воплощай свои идеи в реальность и твори вместе со мной. А с вами была Таня на канале Поделки-самоделки. Радостного всем настроения. До следующего видео, друзья. Пока-пока.